есть совершенно очевидно, что существует вот лобби, которое состоит из представителей вот этого самого сообщества людей нетрадиционной сексуальной ориентации, которые систематически занимаются вот подобного рода акциями, ну, для того, чтобы добиться, конечно, своих целей, для того, чтобы, ну, вот мы говорим с вами о целях, ну, а какие цели? Я, честно говоря, не понимаю, вот, для чего это нужно. Кроме, ну, что это, какая-то пропаганда разврата? Ну, просто вот вы можете мне сказать, зачем вот нужен гей-парад? Вот давайте абстрагируемся от того, как мы относимся к гомосексуалистам. А вот по сути, для чего он нужен? Ну вот не проводят же люди. Давайте я предложу провести парад людей с традиционной сексуальной ориентацией. Ну, мне даже в голову не приходит такая идея. Ну зачем? Вот понять их логику для меня очень сложно. Вот кроме здесь каких-то вещей, ну, на мой взгляд, которые не могут нормальным человеком воспринято быть, ну, хоть сколько-нибудь, не то что положительно, а даже с пониманием вот этих вот каких-то вакханалий, которые выплескиваются там на улице городов, в том числе и, к сожалению, крупнейших городов нашего мира. Я не вижу. Вот такая культивация греха, вот этого разврата, блуда. Ну, я согласен, что это всегда было, и, наверное, к сожалению, это всегда и будет. Но зачем это пропагандировать? Вот для меня этот вопрос, откровенно вам скажу, является вопросом.